Танцуешь брейкданс? Йоу, давай, чувак. Battle. Это гримерка, короче, для музыкантов. На низу еще никто не переплюнул. Это была минутка эфира с телеканала «Знания». Чувак, погнали! Дубль 2001, миссия 18, Дима Зной. Погнали. Трек «Гуа» или что у нас там? А я не знаю. Давай. Я танцую, выступаю. Ты давай такой клип, а там сзади такие девочки, такие девочки. Раз, два, да, пам-пам-пам, двоечка, блядь. Солнце засветило тапочки и плавки. Как же это мило, я хочу добавки. Километры летом, радужные краски. Как же круто мне тут, это просто сказка. Слова слева, справа, острова. Как офигенно на Гуа плыва. В шезлонге пить мартини, загорать. Наша дружная компания добралась до амфитеатра Курион. Но пока что мы только видим древние какие-то греческие развалины, раскопки. И в основном много русскоговорящих. Зато вот этот вид прикольный, да, Дим? Да. И это читать этим, кто плохо видящий. Я не пойму, где амфитеатр основной? Вот тут, вот, что ли? Вот тут, да, пойдем, вот там должно быть хотя бы что-то более-менее прикольное. Давайте, может, вот тут фоткаемся? Все вместе? Давай, да. Ну, по одному. Ну, очень прикольно, слушай. Вот тут вид такой красивый вообще. Такие вот мозаики здесь. Мозаики, мозаики, мозаики. Кто понимает греческий язык, можно читать в этом столбце. Не, ну на самом деле круче нас еще никто не разбирался. Быстро, да? Но да, последние там десятилетия. Да, так долго здесь еще никто, бля. Я думаю, ебанет, короче. Я тоже думаю, ебанет. Там нихуя недолго осталось. Да. Что, тут можно идти? Да, да. Это была минутка эфира с телеканала «Знания» или «Наука», не знаю. Это телеканал BBC, нахуй. Какая-то ребенка, видели ролик? Скорее, это экстрасенс. Я умный, я смотрю это, как он там говорит, блин, National Geographic или что-то такое там говорит. Ведущий главный, про животных. Блять, тут, кстати, тоже пизда. Вот что. Ёбаное все, нахуй. Какой тут можно сделать? Танцуешь брейкданс? Йоу, давай, чувак. Баттл, давай. Дайте кепку нахуй, на лечение обоим. Я тут выступал. Наступил я в кал. Русский рок, пидоро. Заехали, купили арбузик. За 3 евро. Ну, пол арбуз. Что там, Диман? О, можно посчитать. На русском читать. Нифига себе, прикольно. Слушай, ну я думаю, что это люди, это реально были раскопаны в период 75-97 года. Нихуя себе, это недавно совсем. Это какие-то вот агоры, рыночный комплекс. Это, видимо, где-то рядом там. На этой же территории. Вот, обращайте внимание, что это мраморных колонн, 6 из которых находятся в своем первоначальном месте. Кажется, вот там вот. А может быть, хрен его знает. Типа, знаешь, как гладиатор, да, тут выводили. Да. Вот из этой серии. Темница прям. Это оркестровая яма. Да ладно. Это гримерка, короче, для музыкантов. Как правило, туалеты все платные. По еврику, например. Камни большие здесь. Что здесь такое, Ром? Туалеты замаскированные под это. Под камни. Друзья, скажите, что это за дерево растет на Кипре? Похоже прям, ну, на горох. Отвечаю, как будто там что-то есть, типа как горох. Это правда, что ли, гороховое дерево? Или это как-то по-другому называется? Будет очень интересно. Напишите в комментариях. Централ, ветер северный. Да, кто хочет потусить, в Анапе есть вообще ночные тусы. Но будьте осторожны. Некоторые любят переборщить с алкоголем, это видно на улицах.
неадекватная какая-то европейская молодежь, малолетняя, лет 18. Вечером предлагают всякие там, ну, виды а-ля наркотиков и веселящих газов и прочего. Вот. Из такого интересного хочется что отметить. Аренда тачки, да, это прикольно на Кипре. Бензин в два раза дороже, чем у нас в России. Порядка 100 рублей за литр. Но второго здесь нет такого. Есть только еще 98. Сейчас позавтракал. Дим уже у ребят, у Ромы и Светы в отеле. Сейчас доберусь до них. И мы поедем на красивые пляжи. Пляжи предположительно посетим. Много пальмочек. Деревенского сена вам. Движение право, ну это праворульное, левостороннее, соответственно, на Кипре, как в Англии. Потому что бывшая английская колония, некоторые такие моменты остались у них. Стоит сказать, что у нас сегодня крайний день на Кипре. Вот. И мы планируем покататься на машине. Вчера заправили машину на 45 евро, это почти 40 литров. И прокатились, прям ну, не до пафоса, не доехали немного, так скажем, не хватило времени. Решили отложить этот пункт, потому что там ну, типа древнегреческие вот эти развалины этой эпохи, когда греки подпластнули. Я не знаю, это до нашей эры было или чуть позже скорее, после нашей эры. Но им там реально вторые, может быть, по 2000 лет. Удивительно, прям сегодня я прям вижу много велосипедистов. В это время что-то я не помню, чтобы я прям выходил на улицу. Блин, жарко, начинает припекать. Или же два в одном, я иду в горку, и второй момент начинает припекать. Красные номера машин — это арендованные машины на Кипре, всех и так знают. Ограничение по скорости на трассах по городу чаще всего 50, иногда 30 встречается. За городом 80, ну там 65, 80 километров в час. И по хайвею, который идет примерно вот от Айнапы до Пафоса, я вот видел, там чаще всего 100 разрешенных километров в час ехать. Вот такой вот вид сверху на пляж Конос. И много зелени. Куча арендованных машин, потому что большинство из них с красными номерами на Кипре. Это арендные тачки. Да, заезжали сюда вчера, уже было темно ночью. Конечно, было ничего не понятно. Но по фоткам мы видели, что это типа крутой пляж. Я что-то мальца охрип. Даже вчера продуло. Йоу-йоу-йоу, чё, как оно? Бодры, веселы. Бодры и веселы. Мне кажется, мы здесь... Все, понятно. Заряжены. Check this out, the phone. Заряжена. Заряженность вообще просто 370 вольт. Да, у нас вообще сегодня как мы типа королевский день. Энергетику сегодня по городу Кипр. Вот, он в кипровском районе, ну, он главный, да, энергетик, да. Из Неска. Вот. Он сказал, что как бы, ну, самый большой заряд к нам приехал сегодня. Окей. Да, вот. Имейте в виду. Да. Тут даже спуск есть, по-моему, по лестнике можно пройти. Да, типа сократить целых там 20 метров. Слушай, ну правда, вода классная, прям видно, да? Прям шикарный цвет воды. Нереально, там даже дядя вон с камерой бегает. Слушай, ну в плане воды вот реально хороший такой цвет у нее, приятный. А, круче мне только Карибское море нравится, вот реально круче. Короче, цена по 2,5 евро за шезлонг, 2,5 евро за зонт. Смотрите, прекрасная водица просто, цвета, какой там, не знаю, бирюза, или что это, салатовый цвет, или ультрамалин, марин, короче, классный цвет, нереально, и молодежь, и семьи, и кого только нету, вид сверху вообще просто бомбический. Так, тут хиппи-вечеринка, короче. Просто самые крутые ребята из 69-го
69-го региона или... Года. 1969-го. Нет, 1069-й год. Типа побережье Сан-Франциско, не знаю, июль 1969-го. Смартфон – это, короче, достижение науки и техники в области космонавтики. Ну, типа там полет на Луну, понимаешь. Там без смартфона не обойтись было. Анонизм еще никто не перебрянул. Нет. Оу, секси леди. Вообще просто бомба. Мама сита. Красиво. Жарко, пипец, днем невыносимо. Мы не смогли пролежать больше час под палящим солнцем в обед. И вам не советую, потому что все равно сгорите. Погнали! Просто профи, мастера 80-го левела. Ну вот хуй его знает, скрепилась она реально. Нет, конечно, она, блядь, должна выскочить. Поэтому ты сейчас можешь надавить на нее, типа, понял? Она должна быть сейчас прижата с капота, ну вот здесь, с этой стороны, хотя бы немного, блядь. Как она будет? Ну да, поверхность должна быть. Да, сюда. Да. А давить на нее не надо? Чуть-чуть. Тогда уши закрыть нам или да, что? Да, да, надо закрыть. Потихонечку сейчас давай закроем. Закрыть. Вам не кажется, что та часть, она сужается? То есть смотри, вот тут типа расширение, нет, та нет, сужается, это нет? Уже перфекционизм, Саша. Да пофиг, да? Конечно. Самое главное, чтобы не больше. Не. Меньше ты забыл. Оп, ага, потихоньку. Вообще, блин, что-то техники. Все. Надо, чтобы она так, наверное, по какое-то время побыла. Слушай, там же тем более камни ты сейчас оставил, да? Это не камни. А, нет. Подкалки. Ну, нет. Короче, их потом, наверное, сейчас поедем на пляж и там где-нибудь попробуем. Нет. Лакшери вилл стайл. Ты меня ближе ко мне, на меня смотри. Типа ты, нет, ты его слишком крупный, ему надо фрутачку была полностью, реально я прикольно. Я бы так не снял. О, да, вообще бомба. Мы сейчас поднимаемся прямо на вершину и будем смотреть вдалеке город Айя-Напа. Там по другую сторону, как мыс, там еще море, то же самое. То есть оно как бы здесь обходит мыс. Посмотрим, если мы уже как бы поздно приехали, потому что ехали сюда. Видим, что у нас бензин заканчивается, пришлось искать срочно заправку. Пока уехали отсюда, 12 километров отсюда нашли заправку, туда обратно, пока разобрались, как заправиться. Благо местные жители помогли. Все, Роман, дальше не ходи, ты нам нужен живым. Тебя не видно, так что вообще нет так смысла подходить. Так что можешь любой сфоткаться и типа ты потом фотку выложишь, скажешь, что это ты. Да. Слушай, ну можно походить прям вдоль, посмотреть вот это как бы там. Ну мы поздно приехали, как вы видите, уже темно. Днем, поэтому повеселее, поинтереснее вид. Слышишь голос мой, как в детстве мой герой.